Я вам должен сказать, что радужные матрицы точно так же матрицы со всеми выходящими отсюда неприятными последствиями. Во-первых, когда мы строим такой позитивный взгляд на мир, это же взгляд идеологический, это не реалистический взгляд. Да? Вот, то есть мы пытаемся придумать мир, в котором все вот замечательно, радужно, светло и чисто, но так не будет. Нельзя рассчитывать на то, что каждому из, понимаете, 8 миллиардов людей в этом мире на голову просто потому, что они красиво помечтали, упало счастье.